В уютном зале немноголюдно. Сегодня здесь самые активные. Те, кто много лет назад начинал работу с людьми с ограниченными возможностями и продолжает ее сейчас. Глава Пушкинского Максим Красноцветов отмечает вклад сообщества в жизнь города Ивантеевки и всего округа. Благодарит руководителей за внимание, желание помогать и создание условий для реализации людей с инвалидностью. Сегодня важный день, 30 лет. Поздравляю. Самое главное, желаю всем здоровья. Это в первую очередь. Желаю бодрости духа, никогда не унывать, никогда не останавливаться, идти к новым целям, добиваться больше, объединять больше людей. И поверьте мне, те люди, которые смотрят на вас с уважением, где-то с восхищением, я вас поздравляю. Участники Ивантеевского отделения Всероссийского общества инвалидов, а это более 300 человек, сегодня ведут активную деятельность. Занимаются спортом, живописью, рукоделием, иностранными языками, устраивают совместные кинопросмотры, посещают выставки, путешествуют, проводят творческие фестивали, занимаются благотворительностью. Глава округа вручает почетные грамоты, благодарственные письма и, конечно, цветы членам сообщества. А в заключение встречи преподносит большой сладкий подарок.